Добрый день. Сегодня я хотел рассказать о двух кубоидах компании Cubefio. Это 3x3x5 и 3x3x7. Коробочки я для них искать не стал, но вот она такая же, без всяких опознавательных знаков конкретно модели. Cubefio и с окошечком. Компания экономит на коробочках, поэтому они все одинаковые. Здесь кубоид 3x3x4V2. Есть также в компании кубоид 3x3x4 классический, но речь сегодня не о нем. А почему именно эти два кубоида? Они до сих пор выпускаются, и альтернатив от других брендов для них нет. Да, есть 3x3x7 от компании Vitaden, но это уже что-то другое, хотя и похожее. Если не перемешивать вот эти элементы, то будет такая же головоломка. Но альтернатив кубику 3x3x5 пока нет. Никто не выпустил, а очень зря. В чем особенность этих головоломок? В том, что их можно перемешивать как 3x3, и можно перемешивать свои. Их можно назвать классическими кубическими кубоидами. И умея собирать 3x3x5, вы сможете собрать и вот этих всяких монстров от Vitaden 3x3x13, на 15 и выше. Но основы все закладываются именно здесь. И я очень рекомендую начать освоение вот таких вот крупных кубоидов именно вот с такой головоломки. Если вы освоили там 2x2x3, 2x2x4, 3x3x2, то тот опыт вам мало поможет здесь. Хотя, возможно, различные Т-пермы и пригодятся. Но именно механизм ориентации верхнего-нижнего слоя все именно идет отсюда. Даже 3x3x4 не имеет такого функционала, как эти головоломки. Ну, давайте перемешаем, посмотрим, что же здесь интересного. Перемешиваем тонкие слои двойными движениями между собой, как-то их тут все меняем местами. 3x3x5 вращается очень хорошо и вполне подходит для скоростной сборки. У меня есть мысли разработать и по этой дисциплине какой-то скоростной метод, но сначала мы разберемся с 3x3x4. А так, перспективы того, что такую головоломку можно собирать на скорость, они, конечно, есть, но не такие уверенные, как для 3x3x4. Напомню, что 3x3x2 уже проводился в качестве дополнительной дисциплины на официальном чемпионате по спидкубингу. Я бы хотел, чтобы и такая головоломка тоже собиралась на чемпионатах. Время сборки невелико, в районе там 2 минут, но это так, не особо стараясь. Если мы перемешали вот эти слои уже, нам кажется, что достаточно, то перемешиваем уже не двойными движениями, а просто как 3x3. И вот как обычная трешка все это вращается. Можно собирать на скорость, и прямо хочется собирать на скорость. Давайте я покажу принцип сборки кратенько. Для начала собираем средний слой. Ну, один элемент стоит на месте. Берем зелено-оранжевый, синий-красный и вот синий-оранжевый. Простыми движениями. Дальше нужно собрать крест на каждой стороне. Видим здесь галка, а здесь уже крест. Не обращаем внимания, что у нас и белый, и желтый цвет. Это не важно. Главное, чтобы элементы были правильно ориентированы. То есть вот это неправильно ориентированные, а вот эти вот белые, желтые ориентированы правильно. Для чего мы ориентируем элементы? Ну, для того, чтобы у нас вращались вот эти слои. Пока вот этот уголок стоит криво, мы повращать отдельно каждый слой не сможем. Не всегда удается сразу собрать крест. Давайте смоделируем ситуацию, где это не получается. Ну, к примеру, вот здесь получается, как будто это псевдопаритет на каких-то шейп-модах 3x3. То есть у центра у нас 3 правильно ориентированных ребра. Если мы что-нибудь сделаем, то может быть 1. А должно быть либо 2, либо 4. Как это решить? Ну, на самом деле легко. Мы заменяем неправильно ориентированное ребро на правильно ориентированное с нижнего слоя. Опускаем вниз,
вставляем сюда правильные, поднимаем вверх. Вот, получаем стандартную палку, делаем фронт пиф-паф, фронт штрих, и у нас собирается крест. На обратной стороне можно сделать галку и тоже получить крест. Дальше нужно пособирать углы. Ну, видим здесь что-то похожее на рыбку. Можно, конечно, пиф-пафами все это развернуть, как обычно. Ну, давайте сделаем рыбку, хоть это и не соберет нам. Видим, что здесь элемент смотрит таким образом, а здесь таким. Это нечто среднее между крестовым OLL глаза и уши. Ну, не то, не то, поэтому одним алгоритмом мы это не решим. И на этой стороне у нас только один уголок неправильно развернут. Мы знаем, что такая ситуация невозможна. Ну и опять же, мы заимствуем элементы с другой грани. Например, располагаем неправильные тут и тут. Поднимаем неправильный тройной блок снизу. Вставляем туда правильный тройной блок. И опускаем. Главное, следим, чтобы средний слой не сломался. В итоге у нас одна грань полностью собрана, а на другой какой-то знакомый OLL. Это у нас рыбка. И она сразу все соберет. Ну, правильно ориентирует. Дальше у нас начинают вращаться тонкие слои, и мы начинаем их собирать. Я начинаю с белого креста. Вот, к примеру, зеленое ребро можно сразу собрать, поставив на место. Дальше посмотрим, что снизу есть. Оранжевое. Чтобы переставить оранжевое сюда, мы опускаем место, вставляем ребро и поднимаем. Дальше у нас еще какие-то вот синие и красные ребра не собраны. Ну, к примеру, можно собрать красные здесь, да, сохранив при этом положение среднего слоя, и поднять на свое место. Ну и синий тоже собираем. Собрали крест, здесь все интуитивно. Остается собрать уголки. Для этого привычный алгоритм в кубоидах мы используем. Так, смотрим, если вот два одинаковых элемента с белым цветом. Располагаем так, чтобы вот этот цвет совпадал, а вот этот нет. Тогда вот эти элементы мы сможем переставить вот сюда по диагонали на свое место между сине-оранжевыми центрами. Алгоритм R2U'L2U, R2U'L2U. И вот они стоят на местах. Можно, конечно, отдельно каждый слой делать, но если потребуется, мы так и поступим. Так, дальше смотрим, что мы можем собрать. Сине-красный у нас, к сожалению, отсутствует. Попробуем зелено-оранжевый. Тоже второго элемента нет. Но можем что сделать? Ненужными элементами выбить синий-красный вот отсюда. Так, а здесь он стоит не тот, что нужен. Вот здесь у нас стоит синий-красный. Давайте его извлечем отсюда. Ну, заодно и вот этот белый уголок тоже выйдет вниз. Тот же алгоритм. Так, синий-красный вот появился. Опять располагаем, цвета совпадают, цвета не совпадают. Так, два уголка есть. Соберем теперь зелено-красные. Вот они. И у нас остается вот этот один элемент. Он вот здесь уже стоит на месте. Сейчас мы будем делать тот же алгоритм, но только для вот этого внутреннего слоя. R2U' верхний возвращаем. L2U. R2U' L2U. И все собрано. Дальше собираем углы противоположной грани. Так. Здесь есть два угла, которые стоят правильно, а верхний слой собран весь. Но для
кубоида 3 на 3 на 5, да и прочих кубических кубоидов, которые можно как 3 на 3 вращать, для сборки вот этого внутреннего слоя можно использовать классические алгоритмы метода Фридриха. К примеру, здесь, что может быть, попробуем лямбду. Ну да, у нас как раз получился паритетный случай. Ну вот, мы собрали уголки, а ребра у нас в паритете. Ну давайте дособерем углы верхнего слоя. Здесь у нас есть два угла, которые стоят рядом, и сделаем кубоидный теперму. Выглядит он следующим образом, должен быть вам знаком уже по другим кубоидам. R2U, R2U', R2U'D. R2U, R2U, R2. И докручиваем D'. Дальше. Давайте сначала решим классический верхний слой. Здесь обратный U-перм делается таким алгоритмом. Так, так. То есть мы делаем F2, M2D, R2D', M2D, R2D', отменяем M2 и отменяем F2. И вот этот случай. Здесь можно решить классически. Подгоняем элементы сзади вот сюда и поднимаем их наверх. Тогда обычный U-перм нам переставит этот элемент сюда, этот сюда, а синий вот сюда. В итоге здесь соберется, а здесь останется тот же цвет, который и был. А это нам и нужно. Но отсюда делаем классический U-перм, который отличается от обратного только сменой двух ходов. Ну, вернее, M2 мы делаем сразу, а не потом. F2, M2, D для внутреннего слоя, R2, D', M2, D, R2, D'. Отменяем F2, отменяем R2 и этот сетапов. Кубоид собран. Версия 3 на 3 на 7 собирается точно так же. Для интереса я процесс сборки покажу, но и конкретно эта модель менее стабильна, поэтому если здесь выпадет центр, вы не пугаетесь. Что когда-то давным-давно у меня сын, будучи совсем маленьким, уронил этот кубоид, и с тех пор у меня эти вот элементики вылетают, но только центральные. Давайте пока синий отложим. А в остальном вращается неплохо. Наверное, стоит даже подклеить. Но рассыпался он тогда знатно. Так, оранжевый норовит еще выскочить. Если буду оранжевый придерживать. Как 3 на 3 перемешаем. Ну вот. Перемешанное состояние. И повторяем все то же самое, что и на 3 на 3 на 5. А именно, собираем сначала средний слой. Вот, синий выпал. Пока отложим. Ну, здесь будет синий. Давайте его дособерем. Это синяя сторона, оранжевая, зеленая. Вот, средний слой собран. Дальше ориентируем верхнюю и нижнюю грань. Видим здесь неправильный крест. Заберем снизу. Так, здесь получаем уши. Сразу соберем. Переходим к этой стороне. Ну, здесь, конечно, стандартный алгоритм можно сделать. Но давайте по порядочку. Сначала крест и потом глаза. Так. Все мы правильно ориентировали. Еще одна попытка сохранить синий центр. Дальше собираем белый крест. Зеленое ребро уже из трех элементов получается.
Дальше. Красная. Дальше. Так. Вот тут много синего. Опускаем синее ребро. Дополняем недостающими элементами. Поднимаем. Какое еще есть? Оранжевое. Так. Крест готов. Собираем уголки. Зелено-оранжевое. Так. Дальше. Вот есть зелено-красный. Но только два элемента без среднего. Давайте пока мы отправим вверх только один. Синий центр держаться не хочет. Отправляем только один, а какие-то полезные детальки отсюда сейчас извлеклись. Смотрим, что есть еще. Так, это не пойдет. Это у нас собрано. Какой-нибудь красно-синий. Нет красно-синего. Так. Тут нет. Не очень удачная ситуация. Синий-красный. Давайте посмотрим, где у нас вот элементы синий-красные, которые нам нужны вот сюда. Он, видимо, здесь. Опять же, возьмем три ненужных элемента, отправим их сюда, чтобы достать нужные. Если не считать вываливающихся центров, отлично вращается кубоид. Так, синий-красный мы доставали. Вот три элемента. Отправляем сюда. Так. Дальше. Три синие-оранжевых. Делаем все те же операции, просто, возможно, будет чуть подольше из-за того, что слоев 3. Но опять же, если будет кубоид 3 на 3 на 17, ну, слоев будет сильно больше, но алгоритмы все те же самые. И две штучки зелено-красных. Для двух слоев делаем тот же алгоритм. Так, собрано. О, это оранжевый выпал. Так, переворачиваем, собираем уголки. Мы видим, что нижний слой, третий сверху, имеет два собранных угла, то есть глаза. А второй слой, все четыре угла собранных, а на верхнем ни одного. Мы сейчас сделаем Т-перм. Он соберет нам углы нижнего слоя, разберет углы среднего слоя и сделает глаза из углов верхнего слоя, и потом мы Т-перм повторим. Ну, поскольку все три слоя вращаются, мы можем сделать Т-перм, который из Фридриха. Его крутить чуть быстрее. Так. И теперь собираем глаза с одной стороны. И делаем уже кубоидный Т-перм для двух слоев. Можно было сразу делать только кубоидные, если вы из метода Фридрих не знаете. R2. U, R2, U-штрих, R2, U-штрих, D. R2, U-штрих, R2, U, R2. Так, уголки все собраны. На нижнем слое паритет. На втором тоже. А на верхнем U-перм. Ну, соберем верхний. Так. Так. Ну и на втором, третьем паритеты одинаковые. Я его не показывал на 3 на 3 на 5. Ну, а заодно увидим здесь. И делать будем одновременно для двух слоев. Принцип тот же. Нам нужно сюда третий элемент такого цвета, чтобы у нас перестановка совершилась. Отведем в сторону и подвернем вот так. Тогда зеленый идет сюда, на зеленое место. Оранжевый идет сюда, на оранжевое место. А вот этот зеленый
заменяет вот эти зеленые элементы и сохраняет как было. А в начале алгоритма нужно сделать F2, что отменяет нам вот это движение. Поэтому ход сокращается, и я покажу сейчас, как выглядит алгоритм удобного паритета. Делаем движение у штрих для тех слоев, которые мы будем изменять. Верхние слои нам не важны, можем их, конечно, на месте оставить, можем не трогать. Ну, в любом случае, делаем у штрих. Дальше делаем M2, D, два слоя мы меняем, R2, D штрих, M2, D, R2, D штрих. И отменяем движение у штрих. Получается U. Алгоритм лишился движения F2, стал чуть короче. Но по сути это такой же U-перм. По итогу я хочу сказать, что это отличные кубоиды. Если 3×3×7 не ронять, то с ним вообще проблем никаких нет. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это. 3×3×5 отличный. У меня с 2015 года эти два кубоида. И пока они хороши и радуют меня. Время от времени я их достаю, собираю. Как раз сейчас я разрабатываю обучающее видео по всем кубоидам. Возможно, они уже готовы, и в описании вы найдете на них ссылки. Но если нет, я добавлю их позже. Не знаю, когда я публикую эти видео. Но в любом случае, я очень рекомендую обратить ваше внимание на такие головоломки, если вас интересует что-то нестандартное. Имеется в виду не ВЦА. Интересные, увлекательные кубоиды. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.